Прошел месяц, как живут у нас эти улитки, им исполнилось 2 месяца. Они подросли нехило, вот раза в 3, наверное. Вот они на моей ладони. Так они ползают. Одна активная, которая покрупнее, вторая, она более пассивная, она больше спит. Одна любит очень поесть. Вот их домик. Вот такой у них домик. Сейчас я покажу его. Вот. Там у них спальня, где земля, это кокосовая стружка. И там у них трапезная. Я их кормлю относительно разнообразно. Салат, кстати, этот салат я им полиарем даю. Я их режу маленькими кусочками и кидаю в аквариум. Ампулярии его с удовольствием едят. Салат. Овсянку, огурцы, рачки. Сейчас покажу. Гамбус называется этот. Вот такой они очень и очень любят. Может, поэтому они так и растут. Это белковая пища. Даю ему такую минеральную подкормку. Для черепах и для этих улиток. Ну и там вот у меня вот разбросана яичная скорлупа. Мелко помолотая. Они ее, кстати, очень обожают. Не знаю, почему в этот раз они не съели. Недавно я наложил, они сытые. Такие красавицы. Кстати, вот я, как уже говорил, за месяц они подросли очень и очень хорошо. Это раза в 3 они увеличились. Я воды побрызгал, и она, скорее всего, пьет ее. Кстати, вообще не боятся. Мне нравится, как они едят. Они когда едят, эти свои глаза опускают вниз. И там все рассматривают. Если кто знает, если кто смотрит это видео и знает какой-то вид охотин, их всего знали видов 60, подскажите. Потому что я не могу определить, что это за вид. Охотин обыкновенная или какая? Хотел бы еще леопардовую завести и виноградных улиток. Не придется большой бокс покупать. Так, очень интересные такие вот животные домашние. Всем рекомендую. Они живут своей жизнью. Ну, особо не боятся. Их можно взять на руки. И за скорлупу, это как, за панцирь брать нельзя, потому что там вот здесь вот очень-очень мягкая прослойка, и можно ее сломать, так как они присасываются. Сейчас я попробую ее на руки взять. Вот она на руке. Кстати, вот интересно, вот это вот вторая, сейчас я руки сделаю. Она там что-то, нет, она что-то увидела наверху и смотрела туда. Так. Во, вот так. Такие они довольно такие любопытные, любознательные. Так. О. Довольно милые существа. Не знаю, почему некоторые брезгуют ими. Очень и очень приятно, не знаю. Давно хотел завести улиток, и тут супруга сказала, что улитки, они омолаживают организм, если их на лицо пустить. Ну и, конечно, и нашел на вид объявление и приобрел их по 40 рублей каждое. Довольно милые существа. Буду их каждый месяц, наверное, снимать. Вот она так на ладони смотрится. В тот раз она была раза в 3 реально меньше. Если не больше. Имею в виду, если не раза в 4 больше, меньше.